Итак, одна скважина готова. Правда, она была не глубокая, но тем не менее, из недочетов, что у нас было, натянули ремень генератора, свистел под нагрузкой, когда включаются оба вентилятора. В принципе, гидравлическая часть, не в принципе, она вся рабочая. На элеватор дополнительно сделали ручку и расширили вот это расстояние. Вот это расстояние вот пропилили для того, чтобы труба у нас здесь свободно проходила, 125-я. Ну, в принципе, остальное. А, еще вот зафиксировали шланг на проволоку. Ну, то есть вот такие вот мелочи. Но, тем не менее, датчик автоматического включения охлаждения масла пока не поставили. Хотя он у нас уже стоит давно, просто его надо подцепить, пока некогда. Из мелочей еще на окулдышку сюда семерочную закрутить. Так в целом все, огонь.